Привет. Сейчас время 18:49. И я для вас записываю этот ролик, как же я провожу свой день на карантине. Особых сходств, как бы, со школой, они почти одинаковые, только все дома. И как же все-таки я провожу свой день на карантине? Мой день начинается с того, что я просыпаюсь, иду завтракать, сажусь за стол, включаю компьютер и начинаю делать уроки, задания на день, которые у нас, ну, с утра до окончания школы, до двух примерно. И, в общем, ну вот я доделываю уроки. У нас где-то в школе, ну, три перемены, наверное, может, даже две. Потом сегодняшний день был особо веселый, потому что сегодня в 11:45, оказывается, я должна была идти забирать еду. Но я немножко забыла. Поэтому приехала туда, ну, вовремя, но могла и опоздать. Раздача у нас начинается в 12:30. К тому времени я уже давно приехала к школе и ждала еду. Приехав домой уже с едой, я покушала ту еду, которую я получила из школы. И потом у меня начался следующий урок. После школы я пошла с друзьями гулять. И прогуляла так, наверное, сколько времени тогда было? Где-нибудь, может быть, 16:30 или 17:30, где-то так. Потом, так как у меня сегодня уже был русский, у нас, кстати, в 6 часов начинается интернет-урок русского языка. Он, по-моему, с 6 до 8, с 8 до 8, по-моему. Где-то так, по-моему. Я не помню. Может, он до 7:45? Где-то так, я же забыла. Ну, а особо, в общем, мой день не отличается. А после русского я иду кушать, ну и как бы иду спать. Ну вот так я провожу свой день на карантине.